What's up, ребятки, с вами канал AliGameless, Playing Rock, новая игруля, We Went Back, короче, погнали. Не люблю, когда темно. Так. Криокамера. Мы в криокамере были. Поступило сообщение о том, что замечена форма жизни. Опять у нас нет ног. Что такое? Ну почему во всех играх? Криокапсулы. Странно, что остальные, походу, пусты. Я что, единственный член экипажа? Или кто-то просто раньше проснулся? Короче, ни хера не понял. Походу все, короче, сюжет мы не поймем. Мы на какой-то станции, в космическом корабле. Что-то, короче, на нас напало. Смотри, это что? И что? И в чем прикол? Ну да, мы щелкнули себя. Или это так? Может, это так сохранение контрольной точки? Слушайте, ну блин, я не знаю, что. Костюмы, да. Костюмы — это круто, костюмы — это всегда нужно, когда в космосе, это вообще очень нужно. Здесь у нас, похоже, тренажерный зал. Скорее всего, это комната отдыха персонала. Чем нас разбудили-то? Явно не спортом заниматься. Хоть чувствую, беготня будет. Это у нас теплица, да. Это, наверное, возможно, мы какой-то ковчег. Везем растения, чтобы их где-то засадить. Дальше, что здесь? Здесь у нас тоже какая-то лаборатория. Крысы красные глаза. Походу, короче, ей брови еще красными сделали. Походу, эта текстура не так легла. Тренажер рукопожатия. Так, они изучали крыс. Что-то пошло не так. Офигеть. Пока ни хера не ясно вообще. И мы что? И мы пришли опять, мы по кругу, что ли, закольцевали? А, я понял, что это. Когда ты будешь все время ходить по кругу одной и той же станции, ну, с каждым кругом она будет меняться. Помним мы такие байки, давайте попробуем. Все так же закрыта дверь, не попасть. Здесь, на улице, все так... А, о, но! Так, идем дальше. Как это было внезапно. Он, конечно, молодец такой, но вот, по-моему, после первого раза уже не так страшно. Так, это интересно. В общем, новый виток, ребят. Итак, у нас теперь разбита криокамера. Сейчас посмотрим, что произошло вообще. Наше все по-прежнему закрыто. Там сидит какое-то чудовище. Пока, ну, перчатка, да, поменялась. Два удара головой по паролю. Нам пока еще ничего не известно. Вот что он там стоит? Ладно, ну, давайте тупо на него пойдем. Чего ты стоишь здесь? Почему? Ах, нихера себе вообще. А он меня повалил, блин, как это было нелепо с его стороны вообще. Вначале игра такая прям держала меня до этого момента, а сейчас уже больше поржать. Я не знаю, что это за мутант. Так, и вот следующий круг, мы заходим, понимаем, что почему-то мы сразу с лаборатории начали. Мы нашли, короче, новую букву. Мы сфоткались, крыса исчезла, бедная мышь. Офигеть, это вот столько мне нужно было раз пройти. Офигеть, вот специально, короче, нихера она испытывает, прикинь. Новый виток, теперь везде холодно. Вот непонятно почему, да, все поменялось. Мы идем дальше. Туман, я все жду, когда меня напугают. В общем, что-то изменилось. Чудовище больше не стоит, клумбы убраны. Но, возможно, вот здесь вот будет. Пока ни хера не понимаю. Ладно, ищем буквы дальше. У нас все нормально. Все пока нормально у нас. Это прям очень подозрительно. Крыса опять с головой, уже вернулась. Здесь снова целое стекло. В общем, ну, пока все нормально тут. И новая подсказка на новую букву. Так, отлично. Теперь все в говнище. Короче, я не знаю, кто это. Ну, нельзя было потерпеть, да? В общем, короче, вот так теперь все выглядит. Все как-то очень странно. Музыка какая-то играет. А, поднять. Нужно было пластинку поднять. Вот оно. А вот и буквы. Нам нужно вычислить, где какие буквы. Во. Отлично. О, вот это сложно. Я что, знаю здесь какое-то слово? Ну,
смысле, что я угадал, что ли? Я от балды их просто вообще класс. Не, серьезно, что ли? Ух ты, нихера, короче. У нас тут пожар. Нихера, подожди. А что? И что теперь? Нихера, там, короче. Я так и знал. Это сосед или соседка. Я не знаю, кто-то из них. Кто-то из них. Офигеть. Ребята, офигеть, короче. Что здесь происходит? Типа двумя копиями. А вот это уже страшно. Это жестко, это прям жестко. Ни хера не видно. Охереть, ты кто такой? What the fuck? Эй, не надо. О боже, я испугался. Не, я серьезно, вот вначале прям было жесть. Сейчас это уже такое камень. Уже предсказуемо все становится. По крайней мере, даже непредсказуемо, какая-то анимация замедленная. В общем. Да. Отлично. Что за той дверь? А нам вообще надо было открывать это? Зачем мы это сделали? Вообще, а где гарантии того, что туда вообще нужно идти? We went back. В смысле я прошел игру? В чем прикол игры? Ну как-то все, блин, ребят, алло. В общем, как-то так. Есть еще много интересных других видео на моем канале, можете посмотреть в плейлистах. Подписаться не забываем, ребят, ставим колокольчик. Для тех, кто первый раз, мы тут просто играем, короче, по фану. Просто тупо берем и проходим, короче. Ничего другого здесь ты не увидишь. Сверхъестественно, такой же, как и все. Канал затягиваю, да, короче, все, валите, пока.